побыла. Тема чуженек. Кого-то присумой. Пристабов, япончик. Да-да, сейчас. Не в смысле босса танчить? Ну да. Артемия будет больших собирать, а пианист водить будет. Смотрите, на последней фазе доживете. Кто не уверен в себе, я постараюсь звездочку на себя не забыть кинуть. Держитесь меня. Локи, покидаешь тогда, да, за медло? Да. Окей. Я тебя в луну, да, поставил? Да, в луну. Окей. Тимыч. Че, на этой Джане опять Иршам больше всех набьет костов или нет? Пианисты темку есть? Кто-то будет забирать? Купатель может есть. Найдется. Нужно сразу лучше. У нас кастеров нету? Кого нету? Главное, чтобы он вместе с нами Джану убивал. Тимыч. Понятно. Вы имеете в виду покупатель на этот, на кристалл? Да. Слушайте, ребята, знаете, вот на острове, на X10 на острове, там есть подземелье какое-то. Здесь такого еще не будут открывать? Еще раз. На острове, на X10, на есть там подземелье острове? Какое-то. Плато солнечного да. Колодца. Там два. Санвал. Там два. Санвал будет вместе с Черным Храмом. Ага. Ну будут, да, здесь делать? Я, конечно, дико извиняюсь, но мне подскажите, а мы что, Вала, ёбим Тимбыча ждем? Да. А где он, чё? Сейчас сверну, посмотрю, в Дискорде нет. В Дискорде нету. Ну давайте либо перекур, либо погнали, чё. У нас Эрнест тогда, смотри, сейчас шкаф поставлю. Лёха, тебе Тимбыч ничего не писал? Нет. Ну чё-то там говорил, чё-то не помню я чё-то. Эрнест, ты в черепе. Он говорил, что он только на 2 часа. А чтобы пойти в Ока Гер, нужна Джайна, получается? Халион Гер. А Халион это где? РС. ХМ. И бахните паладинов. Запускай. Саппорта не забудьте. Сорян, захожу, экран просто повис полностью, все. Можешь пока покурить. А, ладно, хорошо. Тогда не заходи? Нет, ты можешь заходить, тебя просто выкинь. А, да сука, сука, блядь. Запусти таймер, пожалуйста. ДДшникам тоже саппорт надо? Все сопроты. Все сопроты. Абсолютно все.
Шторм 6 секунд. Разбежались. РСД свечнулись. Заберите с Артеми маленький трэш. С Бруно. Фан Зара выкинул с места. С Шторм разбежались. Сбежались. Анзера выйдет. Бить. Стопните АУЕ. РДД свечнулись. Перебежали. Друиды, про ману не забываем, про инер, пожалуйста. Шторм разбежались. Сбежались. РДД свечнулись. Шторм. Разбежались. Рано еще. Разбежались. Пианиста маленький трэш заберите.
РДД свечнулись. Денчик, в какую метку я тебе поставил? Япончик, встанешь в звезду, в звездочку. Разбежались своим меточкой. Хилы вчетвером прохилите, накинем доп ЕПшку. Роману не забывайте, спойте кто-нибудь там что-нибудь. Кнопку прожали. Он не знал. Пары расколы. Лучше. Все зависит от чего-то. Просто. Метки. Метеоры закрыли. Лучи. Метки. Метеоры. После метеоров сразу поползу. Персик по Вервольфу поднимешь. Артемия, он да. А что делать у меня? Завис твой экран. Это у кого? Он да, у тебя? Да, 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 у меня. Артемия, тогда не поднимай. Экран, завис. Метки. Где он лежит? Какой метки? В череп. Возле черепа, между черепом и трусами. Аккуратно в черепе метку разлили. Стойте чуть левее, либо за меткой. Лучи. Раскол. Метки. Заберите. Метеоры. Ползут. Сейчас сразу лучи будут. Великий, не подходим. Метки. Метеоры. Лучи. Заберите. Метки. Метеоры. Лучи. Метки. Ползут. Персик в медведя дубовую кожу. А чё умрёшь? Артемия, пока кто-то подними. Он в луне. И мне ману мазали. Метеоры.
лучи. Метки. Сейчас фаза будет. Кирс, бафни потом Асенту. Все, что есть на ману и нера, там слейте, пожалуйста. Можно каску разбойнику, пожалуйста. Пока тут, пока тут ауди поднимешь. Сразу ребаф дадите. Также по расколу не забывайте. Леха, ты, ты танчишь или я? Я не станчу. Метки. Про метки не забываем, либо как квадрат вдоль расставляем, либо где крест. Буря, ухан адмирал. Луч. Метки. Разбили метки. Буря, девка, маскер. Буря. Брон воет. Натиск. Геро. Буря. Старик Фростгорн. Пятнадцать секунд до купола. По звезде ориентируемся. Метки, не уверен, метки сразу разбили. 10 секунд, даже меньше до купола. Купол. Возле трона аккуратно всех ждем, потом вместе бежать нужно. Не надо вперед звезды. Кого трэш на пол? Жену Энденчика поднимешь.
У меня лагает, я не по РЛ, смотрите, может убьете. Рашку метки подведи. Луч. Иннеры по денчику дайте. Эрнесто Риг. Атис. Метки. Луч. Там вообще бить есть кого? Нет. Метки. Четыре человека. А не, наверное, нет смысла. Я не вижу, если это шоу. У нас типа раз, два, три, четыре. Четыре ДД. Доложитесь. Сейчас перезайду. Чуть мне кажется мало ДПС в этот раз. Вообще очень мало. Меликов дофига. Ничего, не умирать, когда на тебе страх. Страх нельзя ловить. Сейчас объясню, что делать. Старик, а в какой момент вот на откидывании на первой фазе нужно прожиматься? На откид... А! Смотри, я помер на откидывании, да, я просто не знаю, когда это делать. Вот когда говорят, что сейчас поползут лужи к боссу, да? Тишина была полная, просто все побежали. Никто ничего не сказал. Смотри сам, вот эти лужи, которые выносят огоньки, они идут к боссу, над боссом появляется такой большой метеорит, видел? Ну. Он висит ориентировочно 5 секунд, а потом начинает спускаться. Вот когда он спускается, он бьет по земле и наносит дамаг по всем. Вот в этот момент надо прожать. Вот в этот момент я прожимаюсь, да? Да. Все, понял. И в таргет босса, каст коллапс, все. Ну, да, либо в таргет, либо смотришь над метеоритом. Метеорит вниз погнал, все, пизда, значит, прожаться надо. И по земле бьет, а шипы летят. Ну, все, понятно. Просто ты не должен сдохнуть, если ты тик не поймал от лужи. Так, я чекну, погодите здесь. Не понял момент, когда... Я на полминуты в туалет. Есть на присутствие. Жив, есть. Кстати, это короче, раньше разбивайте, ну, народ, меня прямо что-то выкинуло. Жень, извиняюсь, это можно сейчас я скажу? Андай и Вар, смотрите. Андай, ты уже понял, да, что за кнопка появляется, на которую надо один раз нажать и нихуя не делать, просто стоять, чтобы прокастил ты. Все, на этом не останавливаюсь. Первую фазу ты увидел, что делать, вторую ты увидел. На третьей фазе, когда вам будут кричать, как эти кружки называют, коллапс, когда будут кричать коллапс, и тебе надо держаться всегда, вот крест, видишь, вот смотри, как звезда, вот он. Я вас вот. Внимание, приснете меня? Послушай. Меня выкинуло же, я. Ага, ну ладно. Короче, Вар и Андай, когда будет третья фаза, я звезду на себя поставлю, чтобы за мной бегали. Экран должен смотреть на Джайна. Но вы должны бегать спиной. Такие штуки будут, ледяные катализаторы называются. Вам их бить не надо, тут есть кому бить. Вам надо будет просто бегать за мной. Если вы во время каста катализатора на него посмотрите, на вас наюзается страх. Что делать тебе при страхе? Докладываю, умирать, ты ничего не сделаешь. Ты просто сдохнешь, ты не должен ловить страх. Если монитор... Если... Меня Вар спрашивал, что делать. А у Вара то есть у тебя экран должен смотреть всегда в Джайну.
в окон бежать. Но если так получилось, что ты в страхе, я хуй знаю, какие у вас там дефы у вара. Если дефы прожмешь и не умрешь, первые шипы переживешь, то от остальных съебывай. Страх кидается от того, что ты как подкаст катализатора смотришь на него. В общем, фишка. А катализатор такие сосульки будут, увидишь. На них не надо смотреть. Отдаляй камеру, беги боком и смотри в сторону Джайны. Тебе ничего не надо делать, здесь люди умеют убивать их. А вообще ДПС очень маленький у рейда. Ну, в сравнении, который был на той неделе. На шкаф тыкните. Потому что три метки были. Это не аргумент. Меток было это аргумент. Много, ПТС под... Ебать, я адмирал, он второй даже. Все, кто ниже 15-й позиции вагона. Я говорю, это не аргумент. Какой позиции? Плал, вар, еще вопросы Крис, остались. А что ты сгусток магии? А что ты говоришь? Спросите сразу нюансы у меня, спросите. Потому что иначе потом будете получать ГП. Если нет вопроса, значит вы все поняли. Что-то говорили мне, звездочки стоят. Какой звездочки стоят? Вот видишь звезда? Вот я, звезда. Да, да, да. Вторую фазу ты увидел. На второй фазе ты перебегаешь вот сюда, в этот, в квадрат. Вы, короче, долбите босса. Третья фаза. Третья фаза, да. Вторую ты видел. Что делать надо? Закрывать, бегать метеориты, это приоритет. В любом случае ты должен закрывать. Особенно если видишь, что метеорит никого нет, бежишь в одно ебало и закрываешь. Умираешь, и ничего тебе за это не будет. А другие получат люлей. Понял, да, смысл? Закрывать метеориты, когда будет лучи, вот они метки расставлены. В какой метке тебя назначили, в ту отбегаешь. То есть ты милик, то есть, например, долбишь босса, сказали лучи. Тебе не обязательно до этой метки бежать. Можно хотя бы на небольшую ранжу выйти, чтобы тебя лучи не срезали. Понял, да? Вот, ориентировочно вот так вот. Ближе я будешь, тебя срезают, лучше, скорее лучше, всего. Лучше забегать. Лучше забегать. Идеально, полностью. Идеально. Это забегать полностью в метку, я согласен. Ну, бывает такая возможность. Прослакал еще что-то. Это максимальный вариант вот на середине где-то. Потому что они начинают резать уже где-то отсюда. Потом идет третья фаза. Все сбегаются в квадрат. Вы там долбите, и вам говорят, там коллапс, значит, бежишь вот сюда, в череп. Если на тебе метка, ты должен метку расставлять. Вот смотри, вот я вот сейчас в черепе, погнали. Это первая, например, метка. Прошла чуть-чуть вторая метка. Прошла чуть-чуть третья метка. И также в обратную сторону то же самое с крестом. Делается ради чего? Если будет коллапс и будет метка стоять вот здесь, ебланять, в нее попадет и большой... Не коллапс, а натиск. Натиск, да. И по нему и большой дамаг пройдет по рейду. Понял смысл? Твое самое главное сейчас запомнить вот эти две метки. Потом, когда освоишься, вот я точно знаю, что вот здесь вот он еще не тронет, если встать. Ну, там освоишься. Главное сейчас сделай вот так. РДД, основная задача, это выбить, которые будут дальние, не в метках вот здесь. Пусть где-нибудь вот здесь. Но это на последней уже фазе. Как я замер, потому что в черепе была проститутка, которая надо сбивать каст. Я вот здесь стоял, и вот здесь Вальдей появился. Смотрите повнимательнее. А на крайней фазе, когда будут гореть... Ой, башка не работает. Короче, на крайней фазе беги за звездой и смотри экраном в сторону Джайны. Она вот как сейчас стоит, так и будет. Здесь появится дополнительная такая хуета, мы на нее перебежим, и нас будут догонять шипы. Все. Потом по новой.